Я прежде всего поздравляю с Днем Победы именно тех, у кого уже нет сил прийти вот туда, где они работали, где они все делали. А вот у нас в университете, среди наших ветеранов, вот большинство уже ау, ноги уже не ходят. Но они любимые, удивительные, они заложили эту школу, которая сейчас действует, растет и развивается. И поэтому, вот, что бы мы ни говорили о победе, мы всегда говорили о том, что они дали нам жизнь. И эта жизнь, к счастью, продолжается. И всегда хочется, чтобы она продолжалась так, как им это виделось, потому что они же, они были удивительные люди. Нам до этого надо расти, 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 расти. Дорогие ветераны, я поздравляю вас с таким праздником. Спасибо вам за победу. Я очень ценю то, что вы сделали для нас. И тогда у нас в Советском государстве было три праздника великолепных. Это 1 мая, 7 ноября и 9 мая. А вот 9 мая, сколько живу, столько знаю, что это самый-самый-самый-самый праздник.